Всем привет! День добрый всем! Сегодня мы вышли на улицу, смотрите, очень прохладная погода. Видите? Очень прохладно. Ну как, не прохладно, но прохладно. А мы сейчас пойдем, сходим, погуляем, и я попробую вам кое-что рассказать. И еще нам нужно сегодня сделать кое-какие дела. И пойдемте вместе. Видите? Вот мы идем. Первым делом нам нужно зайти в магазин Росман и купить новую зубную щетку для Яси. Так что вначале мы зайдем в магазин Росман, купим там кое-что, а потом уже пойдем дальше. И потом, возможно, мы сходим вместе по делам. Яся по телефону разговаривает. С Владой. Выбирай. Это же для взрослых. Тебе для детей надо вот здесь. Хочу вот это. Это для совсем малышей. Ну, смешно, да? А вот это что за щетка? Что за вот эта крышка? Он закрывает. Закрывает ее. Я хочу вот такую щеточку. Посмотри, там много разных. Вот такую вот щетку мы купили. Сгончик. И теперь идем дальше. Где-нибудь погуляем. Меня часто спрашивают, были ли такие времена, когда я не хотела ехать в Польшу. Да, такие времена были, и они были совсем недавно. Я совсем недавно это переросла. Польшу уже вовсю расставили летние столики. Все открыли летние ресторанчики. Наверное, самая необычная причина, почему я не хотела ничего слышать о Польше раньше, это то, что мне было непонятно, как так я одна, почему я в другой стране, почему никто меня не ищет и всякие такие мысли. Конечно же, это у меня крутилось в голове очень долгие годы, я этого не понимала, но я очень-очень сильно все равно хотела приехать в Польшу и найти хоть какую-то информацию. Но мне было, правда, очень и очень сильно непонятно, как это вот так вот получилось, что я осталась одна в другой стране, и меня никогда никто не искал. Видите, как красиво в Польше выставляют вот эти вот летние столики, рестораны, кафе, рестораны, вот так вот это красиво все выглядит, пледики у всех висят, и, конечно же, безусловно, тут очень хочется посидеть и поесть. Вот, видите, мы опять пришли, опять эти красивые ресторанчики на улице, где хочется, конечно же, очень вкусно поесть. И выглядит все это очень и очень здорово. Вот если еще деревья все расцветут, то будет очень и очень красиво, конечно же. Особую атмосферу дает. Еще одна причина, почему я не очень сильно хотела слышать о Польше, это то, что... Как бы это сформулировать правильно? То есть было такое время, когда у меня появилось снова дикое желание приехать в Польшу, но случилось кое-что неожиданное. А случилось то, что когда мое дикое желание проснулось, я начала писать в консульство Польши во всех городах, которые я только знала, в Петербурге, в Москве. Я расписывала всю свою ситуацию. Просто чуть ли не каждый день отправляла туда письма.
Но, как вы понимаете, ответа, конечно же, я не получила. Я ежедневно отправляла свои письма, свою историю, документы, но мне никто не отвечал и никто не хотел мне помочь. Поэтому все получилось именно так. Ситуация была для меня крайне-крайне неприятная, мне было это все непонятно. Поэтому, конечно же, я тоже расстроилась и бросила вообще все делать. И поняла, что, наверное, мне и не стоит, и, наверное, мне и не нужно ехать. Потому что я писала всю свою историю целиком туда, но никто так и не откликнулся. Сейчас мы пойдем по делам, мы сделаем кое-какое дело, к нам присоединится Антон, мы вот стоим, его ждем, и потом уже мы продолжим с вами основную тему. Я, что делаешь? Ну, вот тут... Кого ждешь? Хочешь что-нибудь рассказать, как тебе погода сегодня? Ну, классненько. Классненько? Да. Ну, хорошо, да? Ясь, там есть папа? Ну, я пока не вижу. Не видишь сейчас пока? Сейчас свои сапогачки возьму. Что, видишь? Встретились. Привет. Что, я встретила папу? Да. Ну все, мы пойдем по делам, а потом снова будем на связи. Папа с дочкой. Яся очень любит папу. Быстро сделали все наши дела и идем куда-нибудь погулять всей семьей. Мы сейчас зайдем в магазин корейский и купим домой кое-что. Видите, на мусорку стоят. Также хотелось бы сказать, что эти все неприятные ситуации, которые произошли со мной, конечно же, они оставили отпечаток. И, конечно, поначалу мне не хотелось, я не хотела, но со временем, когда прошло время, особенно когда у меня родилась Яся, я переосмыслила все и поняла, что мне все равно нужно попытаться, мне стоит попробовать поискать кого-то, стоит попробовать приехать в Польшу и посмотреть все самой, чтобы понять, как на самом деле все устроено в Польше и почему так получилось. Так я думала, и поэтому, наверное, сейчас я в Польше. Жалею я о том, что приехала в Польшу? Нет, конечно же, я не жалею. Мне безумно здесь все нравится. Мне очень нравится Польша. Мне понравилось здесь быть. Но ситуация, она может сложиться по-разному. Может все произойти так, как я и не жду, так, как я и не ожидала. Поэтому я не знаю, чего ждать, а чего ждать не стоит. Также есть другие нюансы, которые также могут, конечно же, внести свою лепту и могут сделать так, что ситуация изменится. Все может выйти по-другому. Яся с Антоном уже ушли домой, а я осталась, чтобы записать вам эти конец, наверное, нашего дня. Сейчас мы купили домой вкусной еды, так что мы придем и будем готовить вкусную еду.
случаи, когда мои руки опускались, и когда я уже бросала все, это был случай, когда я уже рассказывала о том, что мы сделали все документы, и нам отказали в визе. Конечно же, это все тоже нанесло на меня большой такой след. Я тоже хотела все бросить, но Антон меня уговорил, чтобы мы начали, чтобы мы попробовали сдать эпиляцию. И когда мы сделали эпиляцию, наконец-таки нам дали визу, и мы смогли приехать в Польшу. И вот такие вот моменты, их было довольно-таки много в моей жизни, и, конечно же, они все равно оставили след. Конечно же, я не хотела, я протестовала, я не понимала, почему все так происходит, но получилось так, как получилось. Наконец-таки теперь я в Польше, могу об этом говорить. Еще также по поводу моего приезда в Польшу, изменилось ли что-то, когда я сюда приехала. Знаете, в радикальном плане вообще ничего не поменялось, все точно так же. Никакие ответы в Польше я не нашла и не получила. Но я теперь живу в одной из самых прекрасных стран мира. Мне тут безумно-безумно нравится, и, конечно же, уезжать никуда я не хочу. Но, как я уже подмечала, жизнь может сложиться по-разному, потому что из-за того, что происходит в мире, особенно в последнее время, может выйти так, что выйдет так, что то, чего я и не ожидала, что жду и надеюсь, что ситуация перевернется как-то радикальным образом. Я в Польше получаю много поддержки, и мне это безумно-безумно нравится. И мне нравится сама Польша, потому что на самом деле это очень прекрасная страна. И советую всем обязательно хоть раз в жизни побывать в Польше и увидеть, какая же это красивая страна. Конечно же, мне бы очень-очень сильно хотелось сказать большое-большое спасибо всем, кто смотрит меня, кто подписан на мой канал, кто пишет прелестные комментарии, которых очень и очень много. Спасибо всем за вашу поддержку. Bardzo dziękuję wszystkim. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки. Всем пока-пока и до widzenia!